Меры по обеспечению сбалансированности федерального бюджета на 2016 год стали главной темой совещания, которое провел Дмитрий Медведев. Новый антикризисный план Кабинет министров подробно обсудит завтра. На сегодняшнем совещании премьер напомнил об уже принятых решениях по господдержке отдельных отраслей и назвал первоочередные направления работы. Мы должны найти взвешенные решения, которые позволят сохранить и макроэкономическую стабильность, и обеспечить выполнение социальных обязательств, даже с учетом жестких бюджетных ограничений. Нужно поддержать стратегически важные отрасли, которые имеют высокий потенциал роста, производственные мощности, кадры, ну и способны подтянуть за собой смежные отрасли промышленности, сельское хозяйство, в целом повлиять на развитие экономики. Естественно, с учетом курса на импортозамещение.